Я сова с календаря, лист 6 января, а под ним два слова. Рождество Христово. Что мне делать? Как же быть? Начались мучения. Что мне Богу подать? День его рождения. Книгу, карандаш, конфету или же коробку эту. Мишку, саблю и пушку, мою лучшую игрушку. Отложил я карандаш. Разве Богу что-то дашь? Ну чего у Бога нету? И зачем ему конфету? Полистал альбом для марок. Это тоже не подарок. Бросил в ящик саблю, пушку, мою лучшую игрушку. Целый день прошел во сне. И уже почти во сне я шепнул до самых слез: с днем рождения, Христос!